ты что здесь делаешь? Директор хочет знать, как продвигается работа над проектом. И когда ты успел стать личной собачкой лорда? Проект близок к завершению. Лорд будет доволен. Через месяц все будет готово. У нас возникли и проблемы с обшивкой, но... Завтра. Что? Все должно быть готово к завтрашней операции. У нас нет времени. Ты понимаешь, что еще не были произведены все испытания? Мы даже не знаем, на что эта штука способна. А вы уже хотите бросить ее в пекло и подвергнуть всех опасности? В таком случае, вся ответственность на вас. Вот мы и проведем эти испытания. Другого выхода нет, Карл. Нам нужен козырь. Не скажешь, что за операция? Увидишь. Лорд, не доверяю я ему. Знали бы все эти люди, как нам приходится тяжело, чтобы... сохранить целостность нашего мира. Ну? Ты там закончил или как? Да. Эх, наконец-то нашел для себя привычную одежду. О, знакомая одежда! А когда ты вообще начал ее носить? Это было очень давно, когда я был поваром. Сам не знаю, как она оказалась в моем гардеробе. Странно. Но мне в ней удобно, так что похуй. Я надеюсь, ты пришел сюда по другому делу, а не по своим хуестерам. Успокойся. Ты не забыл? С инвесторами ты встречаешься. На следующей неделе. Как же они меня заебали. Эх, но ты ведь здесь по другому поводу, ведь так? Лорд, ты мне скажи вот что. Что это за чудо-юдо такое, рабозаяц этот? И почему я узнаю об этом только сейчас? А, так ты о нем. Ну, дружище, усаживайся поудобнее. Я сейчас тебе все расскажу. Я доктор Наоми Брукс, отдел исследований мультивселенных. Это секретный доклад по вашему запросу. Не так давно организацией ОЕФ в МВР был замечен новый мир. Степень его опасности была обозначена как наивысшая. Этот мир был назван ZER-537 и закрыт, то есть опечатан ОЕФ от дальнейших перемещений с целью защиты комплекса и нашего мира.
По приказу директора и основателя УЕФ Уорда Шмидта, намеренный обход ограничений, связанных с перемещением в запрещенные миры, является преступлением. Камеры УЕФ засекли в ЮАР существо, вызванное из-за своего внешнего вида лобузайцем. Мы думаем, что это существо из мира ЗР-537. Кто-то нарушил запрет и пустил его в наш мир. В УЕФ есть лазутчик. Дело все в том, что за время исследований и наблюдением за миром ЗР-537 удалось выяснить, что эти существа питаются темной материей, которая как раз и хранится там, на складе УЕФ, куда и был послан лобозаяц. Самое страшное то, что если дать этому существу поглотить достаточно большое количество энергии, то произойдет огромный взрыв, который спровоцирует хаотичное открытие порталов по всему нашему миру. Возможно, это дело рук Дов. В любом случае, этого зайца нужно остановить. Пока еще не поздно. Энтони, ты живой там? Лорд, кто тебя так учил вертолетом-то управлять? Никто, я сам учился. И сколько вертолетов ты так переубивал? Дай посчитай, 1, 2, 3, ну штук 100, наверное. Ха, так вот куда делись наши 2 миллиарда. Ну мне же надо учиться. Лорд, ты совсем ебанулся? Я еле как исправляю твои косяки и шалости, как ты их там называешь, которые бьют по нашему карману. Пойми, я деньги не печатаю. Я, конечно, понимаю, что мы можем и другим способом их заработать, но это уже чересчур, это... О, Энтони, тише, успокойся, это все было давно. Что? Так ты это еще давно делал? Здравия желаю, товарищ основатель. Чем мы удостоились чести вашего визита? В общем, я пришел проведать отряд Омега и Брама. Они здесь? Верно. Они пока здесь и полностью подготовлены к бою. Отлично, проводи нас к ним. Так точно. Подождите, товарищ директор, а вы к нам какими судьбами? Хоть я и работаю большую часть времени с бумажками, но здесь я нахожусь, чтобы присматривать за ним. А то опять что-нибудь выкинет, или еще какую-нибудь важную информацию сообщить вдруг забудет, да, Лорд? Энтони, давай не сейчас, надоел уже. Я вас понял. Тогда пройдемте за мной. Я отведу вас к отрядам, Омега и Браво, и предоставлю вам сведения о текущем состоянии базы. Ага, ну хоть что-то радует. Фухер! Товарищ основатель, товарищ директор здесь! Прищепарно, блядь! Прищепарно, блядь, блядь! Да, блядь, похуй, засунь его под ящик, быстро, блядь! Ну что, праздник решили устроить? Никак нет, товарищ основатель. Товарищ основатель. Товарищ основатель! А! Ладно, давненько вас не отправили на задание, да? Тогда к делу. На отряд Альфа этой ночью было совершено нападение. Только трое из этого отряда смогли спастись и доложить об этом инциденте. У нас нет точной информации, есть ли там еще выжившие, поэтому мы должны отправить сюда и все выяснить. Сэр, можно обратиться? Валяй, командир отряда Браун. Мой отряд вместе с отрядом Омеги? Да, вы отправитесь все. Вы же ебашите. Где моя еда? Я пришел кушать, а не ебашить. Ясно. Но можно уточнить, а что именно там случилось, раз уж вы решили туда отправить сразу 2 отряда? Эх, говорю один раз, на отряд Альфа напало неизвестное существо, которое было идентифицировано как робозаяц. Мы еще не знаем точно, насколько это существо опасно и какие у него есть способности, но мы должны отправить сюда и...
Задача номер один – забрать с собой всю информацию, всю документацию и снаряжение, что мы там найдем, чтобы не допустить утечек. И задание номер два – найти выживших, если такие еще остались. Все поняли? Да, поняли. Мы скоро отправляемся. Что за... Я не сплю. Кто спит? Никто не спит. Никто не спит. Все работают. А что я пропустил? Вы шестеро идете туда, а вы туда, а вы четверо за мной. Есть! Сигнал бедствия исходит откуда-то оттуда. Питание еще работает. Возможно, еще кто-то вышел. Да не ори, блять! Так значит, ты есть тот самый робозайц. Боже, смотри, Хейс сам желчный мой, селестерит своим дома, ау! Чё это он сказал? Я не знаю. Я чё, похож на человека, который знает заячий язык? Готово. Я установил вам в мозг чип, благодаря которому вы теперь можете понимать языки существ из других вселенных. Ого, неплохо. Вы четверо, идите и ищите выживших, а я пока что с ним разберусь. Но, сэр, мы не можем оставить вас с ним один на один. Это самоубийство. Я не собираюсь вам все объяснять. Идите и ищите выживших. Быстро! Есть, сэр. Идем, ребята. И еще, скажите, чтобы другие не вмешивались, и не собираясь терять еще больше своих людей. Есть. И удачи вам. Неужто ты меня не боишься? Что ты решил, что я боюсь тебя? Ты всего лишь груда металла, которую я отправлю на переплавку. Ты силен, но все же ты проиграл. Пора покончить с тобой. Ты думаешь, что сможешь со мной покончить? В моей команде. Что это? Где? Стой, подожди! Огонь. Thank you.
я выиграл тебя. А что это за звуки? Это мои отряды? Основатель, вы здесь? Где вы? Вы нас слышите? Основатель! Основатель? Вот вы где? Парень, он здесь. Все в порядке? Основатель? Основатель!